Готовим по списку. Кора крушины, чайная ложка, лист эвкалипта, вот он, цветы ромашки, столовая ложка, бессмертник, 1 столовая ложка. Готовим. Ромашка засыпали. Заливаем 400 грамм воды. Как я провожу день чистки? Вы видели, я приготовил настой трав, который я буду принимать в 5 часов вечера. Выпил вот эти душистые 5 трав, семена. И сейчас я прогуливаюсь. Прогулку никто не отменял. Часик я погуляю. И потом как раз у меня второй прием душистых этих семян. Время второго приема порошка трав. Пора! Вот это уже пошла слизь. Время пришло пить настой травяной. Пьется нормально. Вкус не горький, не противный. Такой. Травяной. Спешить не надо. Пошел 6-й час. Что я могу сказать? После приема из 5 трав началось там отторжение старой желчи и прочей ерунды, которая там имеется в кишечнике, и о которой обычный человек и не подозревает, а живет и живет. То есть возле пупка и чуть ниже боли как раз вот идет вот такое вот отторжение всего болезнетворного.
нас трубка есть? Да, открой шкаф. Дело сделано. Первый утренний выброс. Я отобрал вот наиболее такие крупные, явные. Остальные мелкие. Слушай, хорошо тебе нож наточил? Мотор от винта, делаем сок. Сок получился рубиново-красный. Сейчас это все выпью, и будет такой мощный прослабляющий эффект, который все, что там в верхних отделах толстого кишечника осталось, все это дело вымоет. Сок получается замечательный. А вот эти пигменты красные, они как раз дополнительно чистят печеночку. Почему свеклу варят, чтобы добыть эти пигменты. Смотрите, какая пенка. Оставлю немножко супруги. Это все просохнет и будем собирать. Понравился канал? Звони в колокола! Ставь лайки!